Каменный камень души станет моим величайшим творением, моим наследием и даром человечеству. В будущем людей ждут войны с небесами и преисподней, и сила, заключенная в моем камне, позволит нам навеки освободиться от гнета демонов и ангелов. Мои архивы далеко на севере бескрайних песков. Там вы найдете мое тело и черный камень души. Лжец! Мы оба знаем, что ты предашь нас при первом удобном случае. Я не простой человек, храмовник, но я не лжец. За сотни лет я познал столько великих тайн, что правда кажется мне куда забавнее лжи. Не желаешь ли, например, услышать истинную историю твоего ордена? Ты не знаешь ничего, что могло бы меня заинтересовать. Проходится вход в мои архивы. Я открою портал. Мне пришлось все это построить, чтобы спокойно проводить исследования и эксперименты. Создать черный камень души было не так-то просто. Я многим ради этого пожертвовал. Похоже, я как раз вовремя. Император Хакан? Что вы здесь делаете? Отлично, теперь все в сборе. Я пришел сообщить вам, что нашел Белиала и готов отвести вас к нему. Тогда нужно скорее найти черный камень. С ним мы победим владыку лжи. Конечно, конечно. Но сначала я хотел бы получить назад свое тело. Мы выполним свою часть уговора. Но и ты не забудь про свою. За этими порталами хранятся две реликвии, которые помнят силу моей крови. Активируй их с помощью добытых тобой сосудов. Я останусь здесь и буду готовиться к ритуалу. Будь осторожен. Ангелы ничем не лучше демонов. Ты хоть знаешь, что когда-то они устроили голосование, чтобы решить, уничтожать человечество или нет? Лишь один голос спас нас от гибели. Чувствую, это был голос Тираэля. Ты прав. Как-никак он воплощение справедливости. А уничтожение всего живого трудно назвать справедливым поступком. Yeah.
имя всего святого! Ты только посмотри! Мне не хватает маны. Где бы еще таких найти? Больше маны. В Калдее на каждом углу обман и предательство. Может быть, в этом повинны демоны? Тьма не дает свободно биться сердцам этих людей. Мы освободим их от гнета зла. Чудовищные создания! Thank you.
человеку стать Нефалемом, начать золотой век нашей истории. Но мои братья Харадрима не захотели, чтобы прочие люди обрели положенное им судьбой могущество. Мы запечатаем мир теней с помощью его собственной крови, а после этого спрячем фиалы с ней в пустыне, где они будут под надежной охраной. Надеюсь, мир никогда не позабудет злодеяний Кула, и его кровь навсегда останется в этих местах. Эта заклинательница весьма интересная девушка, правда? Если у тебя есть к ней чувства, дай ей знать. Что? Да нет, ты не понял. Я вовсе не это имел в виду. Нужна помощь. Мама.
не чудовищные создания. Мне не хватает маны. Ты все время споришь с Линдоном. Наши ценности противоположны. Мною движет честь и желание нести добро, а им — алчность и зов плоти. Зло сгубило вас. Мне не хватает маны. Помогают мне. Мы оба знаем, что конец света близок. Но неужели ты веришь в то, что его устроили Белиал и Асмодай? Я знаю тебя, Кул. Даже когда ты говоришь честно, правду в твоих словах приходится искать. Несмотря на все наши усилия, нам не удается убить Золтуна Пуза. Проклятая кровь поддерживает жизнь в его теле. И из его ран сыпется песок. Он лишь смеется над нами. Остается только один выход. Отделить его голову от тела и спрятать тело в мире теней. Врата в мир теней.
Давай скорее покончим с этим. Харадримы сделали все возможное, чтобы спрятать мое тело. Чуть позже. Наверное, очень на меня разозлились. Это удивляет тебя? Мало кто может простить предательство. Они никогда не отличались особым воображением. Понятно. Но мы с тобой похожи гораздо больше, чем тебе известно. Мы оба ощутили, что такое сила Нефалема. Давай объединимся и станем править миром. Мы объединимся, но только до тех пор, пока я не достигну своей цели. Я нашел тело Золтуна Кула в мире теней. Тогда я начну ритуал. Но предупреждаю тебя, Кул, даже не думай предать нас. Тебя окружает обман. Но обо мне тебе стоит беспокоиться в последнюю очередь. Сосредоточься, Лиан. Недолго осталось ждать. Еще немного. Да, наконец-то. Моя кровь пульсирует в венах. Затхлый воздух наполняет мои опустевшие легкие. Я снова жив! Мог бы сказать спасибо. Ты снова цел, Золтун Кул. Теперь отдай нам камень души. Хорошо. Я выполню то, что обещал. Быстрее, в мое святилище! Что это?
знаю, как это случилось, но души погибших владык преисподней были только что заключены в этом камне. Нефалем, откажись от своей цели. Твои союзники жаждут лишь управлять тобой, а с этим камнем мы сами станем править всем мирозданием. Кул, ты сошел с ума. Отдай камень, мне придется убить тебя. Мне не хватает маны. Механизмы. Это значит, что мои собратья наконец пришли за мной. Проклятье. Я еще не готов. Слишком много моей силы в лоб. Пятеро владык преисподней теперь заключены в этом камне. Адрия, ты должна рассказать нам всю правду об этом. 20 лет назад, во время падения Тристрама, Декарт рассказал мне о нечестивом камне души, созданном Золтуном Кулом. Так вот почему ты оставила меня. Ты хотела подготовить души демонов, чтобы их затянуло в ловушку Кула. Да, дочь моя. Ради этого я пожертвовала всем. Что мы будем делать, когда заключим Белиала и Азмодана в камень души? Я уничтожу его, и 7 воплощений зла перестанут существовать.